Сегодня попробуем показать, о, красавец, комбинацию, как мы перебиваем соперника в атаке. Получается, зачастую мы работаем не просто комбинацию дистанции, а нам приходится работать несколько серий комбинаций. И когда мы работаем одну комбинацию, часто летит в ответ встречная комбинация, повторная. Соответственно, задача становится здесь перебить эту комбинацию соперника. Поэтому сейчас первая комбинация идет левый прямой, правый прямой, левый прямой. Я в ответ кидаю три удара. Раз, два. Соперник перебивает боковым, правым прямым и уходит после серии. Сейчас чуть-чуть побыстрее попробуем. Раз. И убежал. Сорваться.